Что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами станет и запертыми их застанет? Наверное, будет он стучать и громко Господу кричать: «Открой, Господь, меня впусти! Ты должен место мне найти! Достойно жизнь я проводил, я не украл, я не убил, трудился я, не уставал, в поту свой хлеб я добывал, построил дом, сад посадил, семью создал, детей взрастил, не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я честно и открыто жил, а ты мне двери в рай закрыл. На суд твой правый я явился, скажи мне, в чем я провинился?» Как страшен Господа ответ: «Теперь тебе спасенья нет. Я жизнь тебе затем не дал, чтоб в жизни ты меня искал. Я так хотел, чтоб без меня не починал бы ты и дня. Я рядом был всегда с тобой. По милости великой мною тебе дарована семья, и дом тебе построил я. Я сад твой щедро поливал, я сыновей тебе давал, не упускал тебя из виду, не позволял тебя обидеть. От зла тебя я ограждал и терпеливо долго ждал, когда суетность отстраня, найдешь ты место для меня. Но ты меня не призывал, ты свое время отдавал друзьям, работе и семье, кому угодно, но не мне. Ко мне с повинною прийти ты время не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, ты опоздал, ты не успел. Тобою время благодати упущено, Христа печати на тебе нет. Вини себя, уйди, не знаю тебя. Быть может, Бог несправедлив? О нет, Он добр и милостив. Он любит миловать, прощать, Он продолжает призывать. Уйти от жизни грешной, ложной, искать Христа, пока возможно, творить добро, любить и верить, чтоб райские открылись двери.